привіт! Минув ще один тиждень, і не дивлячись на усі погодні негаразди, ток-шоу «Ліцеїст» знову в ефірі. Як усі знають, дуже важливо займати активну життєву позицію. Проте необхідно, щоб ця життєва позиція гармонійно поєднувалась із розумом, бажанням допомогти іншим та почуттям міри. Безумовно, усіма цими характеристиками володіють наші вінницькі лідери. Блок «Юний лідер» далі. Доброго дня, і сьогодні мені хотілося розповісти саме про навчання, адже це невід'ємна частина нашого життя, адже усі і тут присутні у студії, і ті, хто зараз спостерігають за ток-шоу, звичайно, це учні або ті, хто навчається у вищих навчальних закладах. Звичайно, школа нам дає знання, дає великі знання, але потім як їх використати і як правильно обрати ту чи іншу професію, це вже залежить особисто від нас. І тому, аби краще зрозуміти, до чого у нас лежить душа, на території усієї України працює Мала академія наук. Звичайно, всі про неї чули, і вона працює за підтримки Національної академії наук України. Саме зараз, з 28 березня по 29 квітня, відбувається уже третій етап Малої академії наук. Це захист науково-дослідницьких робіт, які проходять у Києві. На даний час зараз якраз відбувається захист робіт «Хімія та біологія». Дуже всі хвилюються, але мені б хотілося б розповісти трохи детальніше про те, що відбувалося на минулому тижні. Це був третій етап захисту науково-дослідницьких робіт саме відділу екології та аграрних наук. Безпосередньо я приймала там активну участь, також була учасником цієї малої академії. І можу сказати, це неабиякий досвід побачити, як насправді потрібно працювати, як насправді потрібно вести себе на публіці у такій аудиторії, коли кожен розуміє, що будь-яка твоя помилка – це вирішальна помилка, тобто це дуже впливає на твоє подальше життя, на твій подальший розвиток. І коли ти бачиш, як кожен старається, як кожен намагається зрозуміти твою роботу, і ти намагаєшся зрозуміти іншу, ти набираєшся певного досвіду і дійсно розумієш, що ця наука, яку ти зараз вивчаєш, це дійсно твоє, і ти дійсно далі зможеш пов'язати з цим свою професію. І я думаю, що лідер, саме от наша організація, безпосередньо дає великі надії, великий поштовх у тому, аби дійсно зрозуміти, що це твоє, і це дійсно те, чим ти хочеш займатися. Ось так підростають майбутні вінницькі науковці. Що ж, минулої програми ми попереджали, що будемо говорити про журналістів. Своїх слів назад ми не забираємо. Ця програма відбудеться, але відбудеться вона трішки пізніше. А сьогодні ми будемо говорити про не менш цікаву та захоплюючу професію, яка є певною мірою підґрунтям для усіх професій і для журналістів у тому числі. Що ж це за професія, дізнаємось вже за мить. Звісно ж, оволодіти будь-якою професією без елементарних знань психології просто неможливо. Кожен повинен бути трішки психологом. Учитель повинен бути психологом, щоб розуміти поведінку підлітків. Лікар повинен бути психологом, щоб уміти знайти делікатний підхід до свого пацієнта. Дизайнер повинен бути психологом, щоб створити наряд відповідно віку та дрес-коду свого замовника. Тому не випадково сьогодні у студії у нас присутні пані Інна Яворська, психолог і засновник Центру психосоціального розвитку «Амадея». І, звісно, без вас ми нікуди, пані Нікіфорова Тетяна Михайлівна, директор Центру розвитку персоналу «Геліос». Пані Інна, все ж таки хочеться почути з уст професіонала, хто ж такий психолог? Ви знаєте, я думаю, що на самом деле це непростий вопрос. Почему? Потому что психолог – это, наверное, какой-то комплекс такой, да, это и наработка чего-то такого личностного, личностных качеств, на которые можно опираться. Это, безусловно, каждодневное взаимодействие с людьми, и любовь, интерес к работе, это, я думаю, что включает в это очень много разных параметров. Мені цікаво, а де ви навчалися? Адже зараз є безліч університетів різного спрямування, які видають диплом психолога. Да, вы знаете, мне вот легче рассказать, где я обучалась, вообще где начинала, потому что на самом деле психолог – это тот человек, который начинает свое образование, но в процессе, наверное, не заканчивает вообще. Я заканчивала педуниверситет, и это была такая основа. У меня было две специальности – психолог и учитель младших классов.
И, наверное, уже буквально с первых курсов я как-то понимала, что учитель младших классов, да, это безумно интересно, но это не совсем мое, потому что меня больше интересовало не насколько правильно ребенок там пишет букву А, входит ли он в строчечку и правильно ли пишет. Мне было интересно, как он это все делает, почему именно так, почему нарабатывается определенный почерк, почему ребенок говорит или так себя ведет. И я всегда понимала, что для меня психология – это, наверное, это что-то такое мое. А затем было очень много разных направлений, когда я получала психотерапевтическое образование, которое там и песочная терапия, символодрама, психоанализ, детская. Ну и вот мне кажется, да, начинать можно, завершить навряд ли. Ну, кроме того, это же постоянный интерес. Ви щойно сказали, що навчалися у педагогічному університеті. Скажіть, а чим відрізняється диплом від того, який отримували у педагогічному університеті, наприклад, ну, порівняно з медичним? В то время, когда я поступала, у нас в Вінниці, це була єдина можливість, де я могла отримати образування психолога, це був тільки педуніверситет, тому що медуніверситет... Они, мне кажется, несколько лет работают. И уже по моим стопам уже пошла моя дочь. Она уже учится в медуниверситете. А на то время там не было факультета в медуниверситете, не было МАУПа, не было еще каких-то других вузов Украины. Потому, так как в Киев я не видела возможности такой своей видеть себя в Киеве, потому пошла в педуниверситет. Прошу, студія, питання. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, от я знаю, так, правильно, після того, як ви завершили університет, ви якось, ну, хотіли працевлаштуватися. Розкажіть, будь ласка, от як ви саме починали? Наскільки я знаю, ви практикуючи психолог і більше працюєте з людьми сам на сам. Тобто, якщо ти працюєш в великій фірмі, тоді простіше. Ти приходиш, фактично, тобі вже пропонують якісь можливості для розвитку. Як ви от починали свій кар'єрний ріст? Ну, надо очень честно говорить о том, что несмотря на то, что заканчиваешь университет и получаешь красивый диплом, выходишь и задаешь себе вопрос, ну, это все здорово, это все классно, а что делать? Как работать? Потому что университет всегда дает очень хорошую базу, базу именно академических знаний. Но я бы не сказала, что университет дает очень много практических знаний. Практически мы нарабатываем, по сути, всю жизнь. И когда закончила педуниверситет, я четко понимала, что я должна дальше учиться. И я пошла на спецфакультет, наш спецфакультет при Институте усовершенствования Винницы, где работала на тот момент, и мне очень повезло, там работало очень много практиков. Вот люди, которые не только в теории очень сильны, но которые сильны в практике. Да, они давали часть теории, но много всего они говорили, ребята, теория такова, теперь давайте про практику. Потому что зачастую это какие-то отдельные вещи. И у меня были совершенно потрясающие учителя, которые дали, я бы сказала, вот эту практическую основу. И практику на то время проходили в разных местах, и в больнице Ющенко тоже. И когда я пошла на практику в больницу Ющенко, в детское отделение мне предложили там работать. Ну, конечно, я с радостью согласилась, потому что для меня это был потрясающий опыт. И я работала в больнице 10 лет, и безумно благодарна моим учителям, в частности, Мостовой Ольге Петровне, которая дала очень много понимания такого со стороны медицины, со стороны психологии, психиатрии вообще, да, глубинного понимания, вот что происходит с ребенком, что происходит с человеком. И где-то там уже понемножечку я работала с подростками, я проводила группы, тестирование. Вот, наверное, оттуда уже начиналось все. Пані Інно, скажіть, от випускники медичного вузу, вони найчастіше говорять про те, що вони можуть працювати не психологами, а психіатрами і психотерапевтами. Поясніть нам, будь ласка, різницю між цими трьома направленнями. Ну, психиатр, совершенно понятно, психиатр – это человек, который уже, у которого обязательно есть медицинское образование, который проходит практику и который работает с людьми, у которых есть достаточно серьезные нарушения. Да, это люди должны иметь заболевания. Психолог после, там, допустим, педуниверситета, медуниверситета – это человек, который там владеет, он может проводить диагностику, он может проводить какие-то первичные консультации. А психотерапевт – это тот человек, который на базе этих вот двух образований получает еще одно образование, которое там длится 3-5 лет, и который уже получает такое базовое вообще образование с направленностью, и который может уже проводить такую глубинную, длительную работу. Шановні колеги,
Доброго вечора, Сич Євгенія. У мене питання. А що є базовим аспектом професійного розвитку психолога? Это хороший вопрос. Я думаю, для того, чтобы ответить на него, надо думать всю жизнь вообще. Но так вот, если все-таки брать основу, я думаю, что да, наверное, вот эта сукупность всего. С одной стороны, это, безусловно, академические знания. С другой стороны, это те наработки, которые приходят, потому что в любом случае, так или иначе, выходишь на свое направление, да, на интеграцию всего. И, конечно, самая большая опора – это, ну, наверное, понимание, знание и такая здоровая критика по отношению к себе. Андрію? Доброго вечора. Студія, телеглядачі, Козак Андрій, 7-й ліцей. Пані Інно, у мене до вас є таке питання. Ми зараз всі стоїмо на межі вибору професії, всі вже, звичайно, визначилися, але тим не менше, сьогодні серед нас є популярним тестування, профорієнтаційні тестування. З вашої точки зору, наскільки це є сьогодні якісно і що, можливо, є якийсь більш якісніший варіант, який допомагає з точки зору психології визначити, чи є професія, чи є та чи інша професія дійсно справжнім бажанням, чи, можливо, якимось мимобіжним захопленням? Ви знаєте, я із свого опиту більше розкажу, тому що ті ребята, які приходять ко мені, це теж десь, може бути, 9-10 клас, взагалі, з тим питанням, ну, а хто я? Ну, і зачем? И куда идти, это всегда вопрос не про профессию. Это всегда вопрос такого глубинного понимания себя. Потому что мы можем провести тесты, и они достаточно неплохо работают, и можем сказать, ну вот смотри, ты можешь работать там, например, человек-человек или там человек-техника, у тебя это идет. Но это не факт вообще, что человек будет счастлив именно в этой профессии. А, кроме того, у нас есть традиции. Нам обязательно после школы, ну, от нас ждут, прежде всего, родители, социум. Нам надо просоответствовать и поступить в какой-то правильный, красивый вуз вообще, да. И часто, зачастую родители участвуют в этом выборе. А мы уже как-то, ну, мама хочет, ну, и тогда... Конечно, мне же тоже надо вообще, да, из этой серии, потому что мама же мечтала. Мне очень нравится опыт все-таки Европы. Там не обязательно после школы там, поступать вообще. Они могут год, два, три слушать себя, прислушиваться там, к своим интересам. Они могут поработать для того, чтобы понять, вот в этом у меня интерес, и я туда иду. И я все-таки думаю, что достаточно большой процент ребят, которые заканчивают вузы, не обязательно потом работают в этом направлении. Я думаю, что очень важно при всех тестах, при всей там работе слушать себя, что мне интересно, почему мне это интересно, пробовать. Я думаю, есть возможности, я не знаю, там, идти в садики, в школу, в больницу, на предприятие, посидеть, посмотреть, послушать, да, вот проникнуться вообще, вот побыть, увидеть там себя, прочувствовать. Я думаю, что это самый главный такой ответ. Пані Інно, ви знаєте, я вас зараз слухаю і розумію, наскільки важлива є професія психолога. Але я хочу звернутися до пані Тетяни. Скажіть, наскільки є розвинутою в Україні професія психолога? От я знаю, що, наприклад, у Китаї на підприємствах у них обов'язково є психолог, який працює із персоналом. Наскільки ж в Україні є поширеною така практика? Ну, в данный момент, на данный период, эта практика достаточно распространенная. Если мы говорим о городах-миллионниках, то вполне реально, что каждое крупное предприятие имеет не только психолога, а целую службу. У нас в городе уже на протяжении, наверное, 4-5 лет есть несколько организаций, несколько предприятий, которые имеют тоже такую службу. Она называется, эти психологи работают в отделе управления персоналом. Это целая служба, которая занимается персоналом, ну и, соответственно, там есть психолог. Поэтому сейчас это развивается, ну, просто молниеносно. Прошу, шановні колеги. Пані Інно, скажіть, якщо я хочу поступати на психолога, які мені тести зовнішнього незалежного оцінювання потрібно здавати? Якщо я правильно пам'ятаю, це англійський язик, це історія і український язик. Біологія, да. Історія, англійський, на вибір. А на вашу думку, навіщо здавати біологію? Вы знаете, я так думаю, что не всегда, когда начинаешь учиться, не всегда понимаешь, как бы в какое русло свернет. На самом деле,
биология в любом случае это такие достаточно такие обширные знания об органических процессах, которые проходят внутри. Да? И я думаю, что для психолога, если мы хотим профессионально работать, эти знания никогда не бывают лишним. Это дополнение. Скажіть, пані Тетяно, а які предмети, окрім тих, які я повинна здавати на знос, скажімо, які предмети я повинна добре знати і розумітися на них, щоб потім стати гарним психологом? Ну, говорят, что для психолога не обязательно знать математику, но на самом деле мы прекрасно знаем, что математика – это царица наук. Да? И, естественно, было бы неплохо, чтобы мы знали и владели, вот хорошо учились, владели базовыми знаниями. Психолог, в первую очередь, это человек эрудированный. Это человек с глобальным, с хорошим мышлением, с эффективным мышлением. Это человек, который хорошо развит. Это не может быть только история, только биология, или только язык. Это и география, и математика, и физика, и все, что крутится вокруг любой науки. Может быть, какие-то предметы не стоит изучать настолько в дальнейшем глубоко, как, например, биологию, историю или английский. Но в любом случае, чем сообразнительнее и эрудированнее психолог, естественно, в дальнейшем он будет легче и проще, ну и это есть необходимость. Пані Інно, ну, ми приблизно вже зрозуміли, чим займається там психолог на підприємстві, ми щойно про це почули, знаємо, чим займається шкільний психолог, але зараз у нас в Україні, як і в Європі, поширена така практика, коли відкривають власні клініки і надають певні послуги. Які саме послуги там можуть надати? Ну, я думаю, що любая клініка відкривається під определеного спеціаліста. И каждый дает какое-то свое направление, то есть я могу говорить о том, допустим, о том центре, который вот мы создали. Это центр психотерапии, психологии и психотерапии. И к нам приходят, ну, буквально все, приходят детки маленькие, самые маленькие, приходят подростки, приходят семьи, у которых есть некоторые нарушения в взаимоотношениях, приходят на индивидуальные консультации люди, очень разными вопросами. Мы проводим группы личностного роста, мы проводим группы обучения. То есть спектр на самом деле очень такой широкий. Скажите, пані Тетяно, а як гарно на таких проблемах можно заробити? Есть такое выражение, эти сами гости в ту самую хату, да? Мы все время возвращаемся к актуальному вопросу. Заработной платы. Да, заработной платы, естественно, это актуальный вопрос, естественно, он нас интересует. Ребят, то же самое тоже касается человека, специалиста практика. Если это специалист высокого уровня, если он мастер, он уникален, к нему идут, и он может заработать. Но я не думаю, что психология и идти в эту профессию стоит ради какого-то маломальского заработка, потому что есть такое понятие, как бизнес, а есть такое понятие, как практика. Так вот, психолог – это практик. Когда он перестает работать или вдруг уезжает, например, на отдых, или ему нужно продолжать род, да, появляются у него дети, он на какой-то период перестает работать. И тогда вот эта практика останавливается для этого специалиста. Ну, если это только не бизнес. А человек бизнеса – это человек, который развивает свое дело, даже если он уезжает на полгода в Тибет, все равно его бизнес работает, если он эффективный. Поэтому нужно понимать, что психолог – это человек 24 часа на работе. Он постоянно учится, он постоянно работает, и, естественно, этот труд оплачивается, но вот это такое впечатление, что это два разных человека. Ориентация на материальную выгоду и ориентация на пользу. Нужно для себя определить, что для меня является приоритетом. Ну, добре, пані Тетяно, ви сказали, що психолог – це людина-практика, і в першу чергу він повинен орієнтуватися на моральні цінності. Але на одній з наших програм ми вже говорили, що одними моральними цінностями сити не будеш. Скажіть, на яку заробітну платню може розраховувати студент, який щойно завершив вуз?
Ну, я могу сказать, что если мы говорим о госучреждениях, то в начальном, да, порядке, потому что на госучреждениях тоже распространенная практика и есть психологи. Естественно, поначалу это минимальная классическая заработная плата. Дальше она в состоянии расти. А ограничений по психологу частному, практикующему, ну, наверное, этих ограничений нет. Я не думаю, что они становятся миллиардерами, да, иногда совершенно. Но, тем не менее, сказать, что психолог зарабатывает вот от 1000 до 8 достаточно сложно. А наступне запитання від моїх колег. Доброго вечора, Шинкарук Ольга. Я маю запитання до вас, пану Ін. Я знаю, що професія психолога є дуже, дуже сезонною. І тому завжди варто мати ще якусь додаткову роботу, якщо ви практикуєте прийоми вдома. Чи правда це? Вы знаете, мне очень интересно, а сезонное такое. Я бы сказала, вы знаете, я бы сказала все-таки, что в Виннице, сколько бы психологов не было, все равно работы хватит на всех, потому что это всегда было интересно для людей. Ведь на самом деле в психотерапии работаешь с самым любимым, самым важным, самым там, таким значимым человеком для себя, это с собой. Это всегда безумно интересно. И люди всегда были, и я уверена, что будет людей больше. В центре, у меня в центре работает еще 5 человек, и, поверьте, это люди, которые постоянно загружены работой. Второй момент, что мы там, допустим, можем передавать людей дальше, вообще, если мы не справляемся, потому что, ну, совершенно невозможно там все время быть на работе. Мы дома не работаем, очевидно, мы работаем только в центре, и людей приходит много. Второй момент, что, наверное, знаете, если мы говорим о весне или о осени, их бывает больше, или там запросы какие-то больше, там соматики, или про депрессию, про грусть, вот люди приходят вообще, да. Или сейчас, например, да, сейчас может быть не самая простая ситуация политическая, потому приходят взрослые люди со страхами или же приводят детей с психосоматикой, то есть когда детки начинают болеть. Почему? Потому что у взрослых много страхов, тревоги, и дети должны что-то с этим делать, и не понимают, что происходит. Позиция взрослых не детское это дело. Ну и тогда ребенок, не справляясь с страхами и тревогами, начинает болеть. Я бы, наверное, сезонность в этом какую-то видела. Хотя запросов очень много всегда. Тільки що Оля сказала, що психолог – це робота досить сезонна. Мені от стало цікаво, чи впливає якось пора року на якби, стабільність візитів ваших клієнтів? Так. Я можу сказати по опыту. Осінню більше люди приходять з грустю, з печалью, з розставаннями. Зимой, да, вот сентябрь, например, там сентябрь еще ладно, октябрь, начинается много приходов родителей с детками, со школьными и проблемами с детками, которые входят в детский сад. Понятно вообще, да, к Новому году как-то все становится легче, ну, знаете, там праздник, весело, елочка, оно как-то уходит. И второй какой-то такой момент начинается, наверное, ближе к февраль. Февраль, может быть, март, там тоже много страхов, переживаний, вот, наверное, такие. Летом сезон в чем? Много отпусков, и потому в Винницу приезжает очень много там, не знаю, внуков, каких-то знакомых, и все, и тоже как-то приходят люди к нам, приводят. Винница работает, что? Сарафанное радио больше всего, приводят знакомых, каких-то друзей вообще. Ну, наверное, так, потому Маша. Запросов много. У мене питання до вас, пане. Дивіться, зараз у нас дуже часто практикується така форма розв'язку конфліктів саме зараз у школах, як медіація, але ніхто з вчителів і батьків не вважає це ефективним та доцільним. Як вважаєте, як можна переконати або як можна спонукати і дітей, і батьків, аби вони дійсно зверталися? Це дійсно ефективно, адже зараз у нас час, особливо перехідні такі класи, як перший, п'ятий, вони дуже важкими для дитини. Это правда, потому что мое личное мнение, дети сейчас приходят совершенно другие, и подростки другие, и потребности у них другие, они готовы разговаривать на совершенно другом языке. Второй момент, большой вопрос к нам, насколько мы готовы. У нас же много страхов, много переживаний, у нас как-то тихо-тихо, давайте по старинке. Потому что по-старому мы знаем, как работать, мы уже привыкли, как работать, по-новому не всегда вообще. И потому больше говорить, больше заявлять. Больше говорить о своих потребностях. Я думаю, что это очень важные вещи, и я полностью согласна, что
Если мы берем европейский опыт, в любой школе не работает один психолог, там всегда работает, ну, несколько человек. Там есть психолог, который занимается маленькими детками, есть там средними классами, взрослыми вообще. Поэтому, конечно, здорово, когда есть группа психологов. Или приглашать специалиста к себе в школу. То есть не вопрос, мы приходим. Ну, до питання шкільної психології ми повернемося трішки сходом. Ми теж підготувались, але все це пізніше. Зараз запитання від Олі. У мене є запитання також про те, ким можуть працювати люди, вийшовши з університету і закінчивши факультет психології. Часто є така от думка, що вони застрягають на рівні шкільного психолога, що є, ну, не вершиною, скажімо, кар'єри психології, і як можна взагалі просуватись далі? Ви знаєте, є хороша така практика волонтерства. Це може бути совершенно неоплачуваема практика. Но это очень хорошее знание. Я думаю, важно ходить на предприятия, ходить в больницу. Больница дает потрясающий опыт. В любые вообще, не знаю, там, в школы, в детские садики ходить, наблюдать, предлагать какие-то свои услуги. Или же, конечно, все-таки ходить к тем людям, у которых уже есть опыт, просить посещать их семинары, учиться. Просить сидеть у них на каких-то занятиях вообще, да, дабы набирать. А потом вы чітко поймете, где вам надо работать. Пані Інно, ну от ви щойно сказали про волонтерство. Mm-hmm. Ну, я думаю, що зараз досить важко направляти студентів так на волонтерську роботу, тим паче на безоплатну. Як їх заохочувати? Студентів як заохочувати? Як заохочувати студентів і тих людей до волонтерства, які, в принципі, ну, прагнуть вже заробляти певні гроші за свої послуги психологів? Я завжди шучу, що це хороша робота з гординкою. Потому що, коли чоловік виходить після університету і говорить, я є Бог, я все можу, я все сумію, тогда, конечно, с такой позиции очень сложно работать. Я думаю, что университет важно понимать, что это есть хорошая основа и хорошие академические знания. Это есть ступенька, опираясь на которую вы только начинаете получать профессиональные знания. Потому говорить о том, что я уже могу работать и зарабатывать, ну, реальность, она другая. И тогда как это больно, когда... Ну, через какие-то свои грабли начинаешь получать какой-то свой опыт. Я бы не заохочувала, честно вам скажу. Я бы давала выбор из серии того, что если ты хочешь профессионально работать, а психолог – это специальность, когда не будут ходить к вам люди идти лишь потому, что вы ас, и у вас там 10 дипломов. Нет. У нас все-таки там первая стеча, вторая, и потом люди или остаются с вами, или уходят искать другого психолога. У меня вот по поводу волонтерства есть комментарий, потому что я сама прошла через социальную службу. Пожалуйста, пани Тетяна, да. Очень интересно послушать. Социальная служба наша областная. То есть, в принципе, волонтеров огромное количество. Наша Винская мэрия только ищет волонтеров, ищет психологов, студентов, которые имеют образование, пожалуйста, идите. И тут только нужно желание. И у нас было, ну, в отделе, когда я работала, человек 10-15 волонтеров, и из них большая часть именно была специалистами, вернее, ребятами, которые закончили факультет психологии. Если мы возьмем нашего любимого, знаменитого Виктора Бронюка, группа ТИК, то как раз мы с ним познакомились, когда он был волонтером в социальной службе, и в принципе все возможно. Вы можете работать дополнительно и при этом быть волонтерами. Когда вы являетесь волонтерами, вы нарабатываете практику. Вы практику нигде не сможете наработать, только какими-то вот такими действиями. Но это как на коньках кататься. Да, пусть вас выпустят на лед, это не значит, что вы уже поехали как Плющенко. Вам нужно плюхнуться столько же раз, как плюхнулся Плющенко, правда? Юлія, скажіть, будь ласка, ну якби в принципі з людьми, які отримали професію психолога, в подальшому житті все зрозуміло. Ну я просто планую своє життя зв'язати з економікою. І наскільки мені відомо, досить багато вищих навчальних закладів вони пропонують поряд з професією економіста отримувати якийсь диплом, якийсь певний сертифікат і психолога. Скажіть, будь ласка, для чого це роблять і чи виправдано це? Ну я думаю, психологія це така річ, яка
достаточно часто с нами случается в повседневной жизни. Да? Это есть понимание себя, это есть понимание человека, который рядышком, это есть понимание и принятие других людей. Потому есть вещи, которые 100% необходимы и не бывают лишними. Я думаю, психология. Ну, кроме того, мне кажется, психология – это всегда безумно интересно. Будь ласка, а от, ну, безпосередньо в професії, як мені може допомогти психологія, мої знання? Я думаю, что там, где вы сталкиваетесь с людьми, это просто прямая необходимость. Понимание, где это делать, что делать, как лучше пройти, как лучше сказать, как лучше достичь результата. И, безусловно, это всегда работа с собой. Как я работаю, зачем я работаю, почему я здесь работаю, что от этого получаю. Это всегда про понимание себя. Пані Інно, ну ви нам вже досить багато розказали про психологію, про різні підходи. От, і ми теж готувалися, зайшли на ваш офіційний сайт Amadea, де висвітлюється, власне, вся ваша робота. І ми побачили фото з дітками, які зараз телеглядачі зможуть побачити на своїх екранах. Скажіть, наскільки ефективною є робота з малечою, з найменшенькими пацієнтами вашими? Те, що ви бачите, це робота второго центру. Эта идея пришла, вот создание такого детского центра, и сейчас эта идея разрослась до детского садика. А почему? Потому что очень много деток приходило после детского садика, ну, если не сказать там с травмами, то сказать про то, что, наверное, все-таки дети другие, система та же. И мы все их как-то, знаете, подтягиваем, мы их лечим, 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 потом пришла идея, хорошо, почему бы не создать какую-то свою систему? Можно ломать очень долго, можно там приходить рассказывать в детские садики и в школы, что это не совсем так, надо по-другому, можно вот самим стать и сделать. Ну вот мы стали, все и сделали вообще. И этот садик, ему уже 5-й год, и он великолепно работает, и я опираюсь на свои знания, я опираюсь на все-таки европейский опыт, как там все происходит вообще. И мне кажется, мы достигли потрясающих результатов, потому что самое главное, ребенок приходит, и ребенок в счастье. И я думаю, что это самые важные вещи, которые должны быть вот в основе в детстве. У моих коллег уже є до вас запитання. А мене зацікавило, які самі проблеми можуть бути у маленьких дітей, ну, зв'язані з психологією? Я розкажу, правда, я тут уже очень много думала, а в чому проблема вообще. Я так думаю, це є моє какое-то такое вот видение, що для маленького ребенка важны определенные базовые вещи. Это сон. Это еда, и это такой вот важный человек, к которому можно привязаться и возле которого можно быть вообще. Да, тот человек, которого доверяю, люблю и все остальное вообще. Если мы берем наш такой государственный садик, все потребности, они, ну, я не скажу уничтожаются, но они расшатываются. Почему? Потому что вспомните себя, во сколько в садик вы приходили? Там 8 или 8.15? Это во сколько ребенок должен встать вообще, да, маленький ребенок, для которого сон – это безумно важно. Кроме того, обед, после обеда там сон с, например, там часу до трех. Если вдруг он позже заснул или там хочет поспать – нет. Все встали, это тоже должен встать. Потом еда, если мы говорим о еде, это такой период, когда очень важно, чтобы у ребенка было много всего вкусненького, да, чтобы оно пахло, чтобы ребенок видел момент приготовления. Вспомните тоже, есть график, как правильно надо кушать и когда надо кушать. То есть вопрос в садике, я не хочу кушать или я буду попозже, вызывает много удивлений у воспитателей. В смысле? Что значит, ты будешь позже или не будешь? Да, или ешь? И, безусловно, присутствие важного человека тоже ошибается, потому что не может один воспитатель дать очень много любви, заботы, внимания, да, а их там надо пожмакать, потемать вот в этом возрасте, не может дать, если там их 40 человек. Не может, ну, ни психологически, ни физически. И тогда вот эти все потребности, они уничтожаются. Для того, чтобы ребенок чувствовал нормально себя в садике, надо превратить его, ну, знаете, в это, гвинтика, да, как раньше говорили. Вот должен быть винтик, должен быть механизм, и ты должен быть один из. Они должны строем ходить, они должны, там, не из серии «хочу, не хочу», есть слово «надо». Но и тогда очень много всего ошибается. И тогда мы возвращаемся к вашему вопросу, когда вы говорили, когда подросток не понимает, кем он хочет быть. Конечно, потому что в этом маленьком возрасте вопрос, чего хочешь или как ты хочешь, он секунду убирается. Нет понятия «хочешь», есть понятие «надо». И тогда вырастает с этого маленького человечка, вырастает подросток, который тоже не опирается на свое «чего хочу». Он опирается на слово «надо». И тогда «мам, пап, а куда надо поступать? А что надо делать?» Ну и тогда взрослые мужчина и женщина – то же самое. Например, элементарный вопрос – «а что любишь кушать?»
Ну, що говорять, ну, що далі, то їм, в смислі, хочеш. Ви розумієте? Я бачу, що сьогоднішня тема дуже зацікавила моїх колег, я думаю, усіх телеглядачів, тому що у нас тут в студії просто шалений ажіотаж. Я думаю, що є ще дуже багато цікавих запитань, які потрібно висвітлити. Але, колеги, давайте працювати трішки лаконічніше, щоб усе встигнути. Артем, прошу. Пані Інна, скажіть, будь ласка, чи тяжко працювати з підлітками? Адже ми всі знаємо, що це дуже складний етап взросління. Вы знаете, я никогда не работаю с подростком, если его приводит мама или папа. Потому что чаще всего звонит такая мама и говорит, мы хотим к вам попасть, потому что у нас проблемы. Я говорю, у кого проблемы, у кого у нас? Ну, нам 22 года, и мы встречаемся с девочкой, у нас проблемы. Ну вот, понимаете, да? То есть, когда приходят запросы, когда приходят родители, я всегда спрашиваю, слушайте, здорово, а сын или дочь, они готовы работать? Ну, если нет, ну вы как-то придумайте, чтобы с ним поработать, я никогда в жизни не работаю, да? Я уважаю мнение этого человека, этот ребенок или там подросток, он имеет право проходить то, что он проходит. И я тогда работаю с родителями. Если же приходит подросток, безусловно, несложно с ними работать, ни в коем случае не сложно. Если у человека есть интересы, потребности, мотивация, он работает. Это всегда мне вызывает очень много уважения. Пані Тетяна, скажіть, от вважається, що для роботи психолога потрібен певний досвід. І для більшості психологів освіта саме психолога чи психотерапевта, вона є другою. Як ви на це дивитесь? Ну, вопрос достатньо сложний. Я не думаю, что для того, чтобы работать психологом, нужно вот опыт. Здесь, понимаете, очень сложно вообще с работой психолога. У меня у самой психологическое образование, я психолог и длительное время училась, но я отошла от этой профессии, потому что я не верю в психолога, который может быть эффективен в 20-25 лет, потому что это человек, который и проживает много сам, собственно. Это не человек, которому нужна практика или не нужна, это просто, ну, это нутро, это ощущение, это стиль жизни. Жизни, это характер, и этот человек не останавливается никогда. Если он выбирает какое-то направление, например, там гештальт-психологию, или семейную психологию, или детскую психологию, он может выбрать направление, он начинает работать впоследствии, он все равно увидит в любом случае, что ему обучение необходимо дальнейшее, как и практика. Этот процесс не прекращается никогда. Если вы выбрали эту профессию, нужно понимать, что это постоянная работа над собой и бешеный труд, адский труд и бесконечный. Вот пока вы, если вы выбрали эту профессию, не умерли, вы не прекратили обучаться. Поэтому в этом есть, ну, скажем так, наверное, сложность, если для вас эта профессия вынужденная. Если это ваше призвание, то все будет отлично, и вы будете развиваться, учиться и проходить. Пробувати многое достатньо. Шановні експерти, скажіть, а чи відрізняється освіта психолога за кордоном і в Україні? І чи можна практикувати в Україні із закордонною освітою і навпаки? Ну, практиковать, скорее всего, нельзя, можно только в случае переквалификации, а вот насколько кардинально отличается, я вот тут не могу точно сказать. Наверное, отличается. Ну, знаете, сильно кардинально. Очень сильно, потому что, возвращаясь к теме денег, да, это всегда актуальная тема, а вот, например, немцы после обучения своего, после окончания, они обязательно работают с супервизором. Супервизор – это тот человек, который проверяет их работу и ведет их терапевтическую работу. И вот когда немец начинает работать, практиковать, он платит деньги клиенту. Возвращаясь к тому, как надо мотивировать наших студентов, чтобы они шли, работали, получали. Нет, немцы, наоборот, платят первое время клиенту за то, чтобы за то, что они на клиенте, на этом человеке учатся. Ну, так, чтобы вы понимали. Ну, и тогда, безусловно, если мы берем, например, опыт Швеции, так как у нас проходит проект по детскому психоанализу, и к нам приезжают специалисты по Швеции, и так мы имеем возможность все-таки как-то больше расспросить. Специалист, который может работать уже так профессионально в Швеции, ну где-то они могут начинать работать к 37-40 годам. Потому что до этого они учатся, проходят разные этапы
И, безусловно, каждый этап должен быть сертифицирован. Каждый этап они должны сдать очень много экзаменов, очень много, получить много допуска вообще, да. То есть, как бы, безусловно, я бы сказала честно, у нас намного легче получить образование. Но з нашими дипломами ми не можемо там працювати. Дякую, пані. У нас залишається буквально 5 хвилин, тому ще два запитання зі студії. Прошу. Пані Інна, мова зайшла за світовий досвід, і у вашій попередній відповіді ви сказали, що ви, власне, опираєтеся на європейський досвід. Питання, звідки у вас... Питання, звідки у вас є досвід того, що саме Європа – це правильно? І, можливо, де є підґрунтя, в чому воно криється? Я бы сейчас не стала там говорить о вопросах правильности и неправильности, потому что вопрос хорошо-плохо, это все-таки проверяет как-то жизнь. Но то, что я с радостью стремлюсь получать знания везде, и не только у наших специалистов, но и специалистов Европы, и мне безумно нравится то, что у них есть желание к нам приезжать, и много всего рассказывать, вообще давать, это, конечно, за. То есть я с большим интересом, с удовольствием вот обращаюсь к их опыту и получаю этот опыт. Саша, прошу. Доброго вечора, добилася Олександра. Пані Інна, у нас в школі, як вже сказала Маша, працює шкільна служба розв'язання конфліктів, де, власне, працюють учні, куди можна звернутися школярам за допомогою, з якими проведуть бесіди. Скажіть, будь ласка, а які б ви запропонували види роботи з учнями, яким можна надати допомогу в таких ситуаціях? Що краще робити? Чи проводити бесіди, чи якісь певні тести з ними? От, що ви порекомендуєте? Я перепрошую, я трішки хочу додати до Сашиних слів. Ми просто вже раніше говорили про те, що ми повернемось до теми шкільних конфліктів. У нас в школі також працює шкільна служба розв'язання конфліктів, і зараз ви можете на своїх екранах побачити фото, як працює вона. Безумовно, з дітками займаються, є індивідуальні заняття, є групові. От, і Саша запитала про методики. Є дуже популярна методика, яка називається проєктивна. Це коли дітки малюють, і по їх малюнках можна визначити їх проблеми чи певні запитання, яких є, які їх турбують. Чи дійсно це так, і чи можете ви нам це прокоментувати? Да, вы знаете, тоже мне пришло в голову, что, наверное, очень здорово все-таки групповая работа, потому что индивидуально, наверное, тяжело вообще с каждым человеком провести. Для этого надо много сил и там, много энергии и времени, и потому групповая в этом великолепна. Через творчество решаются очень многие вопросы, очень многие. Проективные методики, они построены на творчестве, и потому рисунки, лепка, я не знаю, там, коллажи, какое-то создание там, ну, много-много других каких-то вещей вообще, да, работа на стекле и все остальное, оно, безусловно, имеет очень большое значение и помощь. Ну, и наостанок традиционно, буквально по 30 секунд, традиционное побажання наших экспертов, нашим лицеистам и усім телеглядачам. Пані Тетяна? Ребят, смотрите, ну, как человек с психологическим образованием, но немножко работая в другой специфике, вот мне однозначно в жизни психология, изучение психологии помогает. Когда вы пойдете на работу, когда вы выйдете в тяжелый мир, вы однозначно увидите, что это всегда будет вам необходимо. Даже не только в контакте, в коммуникации с другими людьми, а как внутренний психолог, в работе с собой. Поэтому не бойтесь этой профессии. Большинство психологов адекватные, все нормально, вот, потому что мы постоянно сталкиваемся с этим вопросом. Это люди, которые постоянно развиваются, обучаются, они действительно интересные. Так что в путь дерзайте, и психология вам в помощь. Пані Інна, я хочу вам пожелать одну такую вещь, интерес. Чтобы вам было очень интересно заниматься многими вещами, узнавать, познавать, не бояться двигаться, не бояться жить и получать, безусловно, очень много удовольствия. Если вы получаете удовольствие и очень легко все идет, значит, да, вы на своей дороге. Если нет, ищите свою. Дуже дякую нашим експертам за такі цікаві поради. І мені дуже шкода, що наш ефірний час дуже обмежений. І я думаю, що ще багато питань залишилось не розглянутими нами, на жаль. Проте я думаю, що сьогоднішній ефір був для усіх цікавим та інформативним. Приємного вам вечора. Зустрінемось наступної середи. Ефір провела Гисева Аліна. До побачення.